Уже через неделю, 14 сентября, состоятся выборы главы Республики Башкортостан. О том, как идет подготовка к ним, нам рассказали в территориальной избирательной комиссии. Единый день голосования 14 сентября. В городе откроются 7 избирательных участков. Все они на сегодня готовы для голосования. На сегодня выдано 135 открепительных удостоверений. Участковая комиссия продолжит выдавать открепительные удостоверения с 4 сентября. Значит, будет сверка списков, розданы уже приглашения для сверки со списками, приглашения с датой, времени и месте проведения голосования. На сегодня у нас численность избирателей 14 669 человек. Вот. Мы надеемся, что люди придут. В этом году выборы пройдут как никогда празднично. Просто так совпало. В Агиделе в этот день планируется настоящий праздник Сабантуй-55+. Будут поздравлены победители городского конкурса по озеленению «Лучший двор». С полудня на городской площади начнется праздничная торговая ярмарка. Также для агидельцев и гостей города состоится концерт заслуженной артистки Республики Татарстан Гузель Ахметовой. Сина, сина, помам, ешь, сина, помам, щи, дэ-дэ-дэ.